Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Мария Кишнина, художественный руководитель окружного дома народного творчества и кандидат исторических наук, этнограф, руководитель окружной школы Медвежьих игрищ Тимофей Молданов. 2020 год объявлен годом памяти и воинской славы. Конечно, многие проекты не только в России, но и в Югре посвящены этому большому героическому событию, подвигу людей. Традиционно к юбилейным датам победы в Великой Отечественной войне Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский дом народного творчества организует и проводит такой всероссийский, известный, замечательный фестиваль, который носит название «Салют Победы». В прошлом году в Югре мы, окружной дом народного творчества, объявили региональный отборочный этап. В этом фестивале принимают участие любительские коллективы абсолютно различных жанров и направлений искусства. И более 800 человек стали участниками этого проекта у нас в Югре. Экспертная комиссия выбрала победителей этого проекта, и те коллективы, отдельные исполнители, представители нашего автономного округа были направлены в город Москву, их заявки в электронном формате, по итогам которых очень приятно и важно это отметить, что все те кандидатуры, представленные от нашего округа, стали победителями Всероссийского фестиваля. И вот сегодня я с удовольствием хотела бы назвать эти имена. Это и вокальный ансамбль «Славяне» из города Ханты-Мансийска. Это и ансамбль казачьей песни «Отрада», город Нижневартовск. Творческие коллективы «Нягани», представившие абсолютно замечательные программы. И, конечно, эта программа, которая нам очень близка, это программа окружного дома народного творчества, называется эта программа «Ветви Победы». Вы спросите, почему эта программа имеет такое название? И, наверное, именно поэтому она получилась такой трогательной, такой трепетной от того, что рассказывает именно о тех людях, о тех событиях, которые произошли на нашей земле, на нашей югорской земле, земле народа Ханты. И вот сейчас мне хотелось бы с удовольствием предоставить слово Тимофею Алексеевичу, чтобы он открыл эту завесу, название нашего, откуда пошло это название, потому что, если честно, программа эта родилась из беседы с Тимофеем Алексеевичем Молдановым, ровно так же мы сидели, и эта программа, эта история настолько нас пленила, что после этого как раз и родилась эта театрализованная программа. Да, Тимофей Алексеевич, можно несколько слов? В 1941 году, 22 июня, когда началась война, это лето, июля месяце, первая баржа уже из Юильска ушла. В Юильске течет река Козынь. Она изворотливая вся. Когда катер поднимается к Юильску, издалека слышно. Часа через два только после этого, как услышишь шум, приходит. И вот первые призывники, которые уходили на войну, они сосновый бор, посреди соснового бора у берега на сосне оставили каждый свои тамги. Тамги – это знаки своего рода. И когда я уже учился в школе спустя много лет, в Юильске, кто старше бабушки были, нам войну не разрешали играть, мы не играли. Что-то пытались играть, но нам не разрешают играть. И все говорили про эту сосну. Я ее очень хорошо помню. На сегодняшний день она совсем заросла. А тогда знаки были еще видны, когда я в школе учился. Спустя много лет, когда праздновали 50 лет Победы, у меня зародилась
стихотворение тоже. Все готовились к 50-летию Победы, кругом об этом говорили, и как-то неожиданно зародилось стихотворение, которое я на суд зрителя-то и не вытаскивал. И вот... Ну, мы с удовольствием его услышали, Тимофей Алексеевич. Сегодня я прочитаю. Тарнхой заветла озы, сипахуты инхузасы, хозум хое вина юхтас, нерза хое вина юхтас, курли мишка, ёшли сенька, сэмзи юван, пазли юван, сомалпунум немзалхон, тарнхарн сивши хайсат, Маттахоем курл хайс, маттахоем сурмас бойтас, няуремиет, няуремиет, ним наумазан. Нюхсан, шамжи олмиет, тынел хуты, веравен, хойлом нарту муммириев, мувель пата сивши ошмел, вера нуман ним таязан, мувель тынен, вера тынен, мувель сутен, Вера сутен, си тен вера нин номас, нин номас. И вот, когда закончилась война, трое-четверо пришли с войны, 30 человек уходили, новые прозвища появились, без ноги Мишка, без руки Сенька, без глаз Иван, без ухи Иван. Ну, а когда уходили, Тимофей Алексеевич, вот все тогда, 30 человек на фронт, да? Они на этом дереве оставляли каждый свою зарубку. А что вот они вкладывали в это действие, вот сама эта зарубка на этом дереве? В традиции, когда в лесу встречаются, чтоб на память, что вот они встретились, всегда такие зарубки делали. И это тоже перед отъездом сделали. Кто-то, может, вернется, кто-то, может, нет. Если не вернется, оставили, да? Если не вернется, детям его ж ним покажут. Вот так вот рубил твой отец. А там среди них очень много не вернулось. Ну, практически все, получается. Сегодня я читаю, смотрю сайты. В Ленинградском фронте все-таки очень много погибло. Больше всего приходится на 42-й год погибших. Ну, а те, кто уходили на фронт, они, получается, все равно как-то проходили вот какую-то учебку, были у вас какие-то такие воспоминания, или вот сразу попадали прямо на фронт, и поэтому была такая... Мне рассказывал один из тех, кто пришел, Тарлин Егор Ефимович, он 41-го года уходил на войну, вернулся, одной руки у него не было. Вот он рассказывал... Они умели стрелять, кто с севера. Нам, говорит, винтовки давали. А с большой земли, где не охотничьи, но земледельцы, им лопаты только давали. Вот и вся учебка первый год. Ну, 41-й. 42-й. То есть, получается, эта история, вот, которая у нас представлена в театрализованной программе, это как раз история... тех воинов, которые уходили, история тех женщин, которые оставались, ведь у них тоже, получается, была очень такая сложная, тяжелая доля, которую они несли вместе со своими детьми. Годы войны как раз осваивают Северные озера, они сегодня относятся, Хетта, это относится Ямало-Ненецкому округу сегодня, а раньше все это Березовский район был. Лонг-Юган тоже относится Надымскому району Ямало-Ненецкого округа. Вот в тех местах далеко на севере ловили рыбу. Ну-ка, и, конечно, озеро Нунто. Там солили. Зимой
на оленях из Юльска, из Мунто, из Казыма, сюда до Ханты-Мансийска вот эту рыбу возили, а отсюда муку уже обратно возили. Это все женщины. Но кроме этого, они летом же держали еще своих оленей. Умудрялись держать оленей, пушнину добывать, и пушнина, все на них было. Ну, то есть это все, конечно, шло на фронт. Они вязали варежки, как рассказывали мне тоже. Да, кто варежки женщины вязал? С наших краев теплую одежду меховую отправляли на фронт. Очень много. У меня мать шила, тогда еще девочка маленькая. Вот она шила, как верхонки, но только меховые. Тоже сейчас варежки. Сейчас вы как раз об этом сказали. Я хотела бы еще сегодня дополнить, что вот эта наша программа, она у нас получила даже не один диплом. Она получила диплом лауреата, во-первых, да, национальной премии Грани театра МАС. Это и была представлена тоже в городе Москве. А также получила диплом, стала победителем фестиваля «Салют Победы». Ну и что еще очень важно, конечно, мы постараемся, вообще изначально было запланировано то, что эту программу и, конечно, самые лучшие творческие коллективы со своими выступлениями, концертами должны были увидеть жители нашего округа вот сейчас, в эти праздничные, предпраздничные дни, апрель, май месяц. Но в связи вот со сложившимися такими обстоятельствами, мы постараемся все-таки, чтобы эти программы, чтобы эти коллективы увидели жители наших муниципальных образований, но, может быть, тогда чуть позже, осенью, но постараемся обязательно это сделать, потому что на сегодня этот проект уже запланирован, этот проект у нас уже поддержан, так что, дорогие друзья, я надеюсь, что мы с вами увидимся на сценах ваших муниципальных образований, где, конечно, будем представлять, вспоминать, чествовать имена и герои наших с вами соотечественников. Это история о жителях Ханты-Мансийского округа, о женщинах, которые были героями, не воюя, которые погибали, страдали и голодали, работая на благо фронта. В годы войны из маленького села Юильск, уходя на фронт, мужчины оставляли родовые зарубы на дереве, олицетворяющем связь с родной землей, ветви которого давали силы и надежду на возвращение, надежду на победу. К Обскому берегу подходили баржи. Черный дым, как черная беда, стелился над спокойными водами Оби. Thank you.
подлая, стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки, платьица белые, раздарили сестренкам своим. Сапоги, но куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Темная ночь.
черная степь пролегла между нами. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Сколько боль хранит земля тех солдат, кто шагнул в бессмертие ради жизни и счастья людей, не жалея себя. Вы отдали свой долг сполна, ваша слава на все столетия. Мы победу великих тех дней будем помнить всегда. В нашей памяти вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя выше неба летит над облаками. Подвиг ваш не забыт, он на все времена. Молчаливые небеса,
вы солдатский покой храните. Остановится время на миг у святого огня. Нашу память стереть нельзя, в каждом сердце она тонкой нитью. Вспомним тех, кто отдал жизнь свою ради светлого дня. В нашей памяти вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя. Выше неба лети над облаками, подвиг ваш не забыт он на все времена. В нашей памяти вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя. Выше неба лети над облаками, подвиг ваш не забыть он на все времена. На дереве том могучем знаки каждого рода остались, и заглушены женским плачем ветви победы качались. В стороне соболиных коленей девичий плач, мальчишечий плач опять не смолкает. 4 военных года верно прошли. На широкой военной тропе кто руки оставил, кто ноги оставил. Жизни чьи-то погасли совсем. Деточки, наши деточки, помните, не забывайте, священной земли соболиных коленей цена велика. Со многими судьбами она перевита, кровью залитая вся. Помните это.